Лобовой вообще отсюда не видно.
проверки. Собака показывала бы большую уверенность, показывала давление. И хотелось бы видеть более хорошую управляемость у собаки на протяжении всего раздела. Поиск помощника собака не обыскивает одно укрытие, оценка недостаточна. Удержание и облаивание. Хотелось бы видеть более продолжительное облаивание, и собака отходит от фигуранта до команды на отзыв к проводнику. Оценка удовлетворительна. Предотвращение попытки бегства помощника. Понадобилась дополнительная команда, чтобы собака оставалась управляема, да, при выходе фигуранта из укрытия. Также хватка должна быть более полной, более крепкой, оценка еще хорошо. Отражение нападения из фазы охраны. Собака хорошо атакует, но при этом те же ошибки с хваткой, и в фазе давления собака должна себя вести увереннее. Нападение на собаку из движения. Также те же ошибки, оценка хорошо, общая оценка хорошо, 80 баллов. Номер 3, проводник молчал, собака.
есть проблемы с складками. Складки должны быть более полные, более крепкие и более спокойные, особенно на складке после нападения и движения. И есть некоторые проблемы с управляемостью на защите. Итого, поиск помощника понадобилась дополнительная команда, чтобы собака отбежала в укрытие еще очень хорошо. Удержание, облаивание отлично. Предотвращение попытки бегства помощника. Здесь собака, опять же таки, не совсем управляемая методом отходит от фигуранта к проводнику. Прокладки мы сказали, оценка хорошо. Отражение нападения из фазы охраны, те же проблемы с кладками. И при, на фазе охраны, при приходе к проводнику, собака становится несколько невнимательной к фигуранту. Оценка еще хорошо. Нападение на собаку с движением. Собака хорошо атакует, показывает те же проблемы с кладками. И понадобилась дополнительная команда, чтобы собака села на отпуск. Оценка удовлетворительная. Итого общая оценка хорошо, 83 балла. У меня не будет отвлекаться, как бы выходить из жены. Аня, когда вы будете? Может, мне тут толстый?
Значит, поиск помощника. Замечание, удержание, облаивание. Собака напрыгивает на фигуранта. Хотелось бы видеть более ритмичное облаивание, так что еще хорошо. Предотвращение попытки бегства помощника. Собака хорошо отрисовывает помощника и показывает, в общем-то, довольно хорошую классу на побеге. Оценка верхняя хорошо. Отражение нападения из фазы охраны. Здесь хватка становится хуже. Хватка должна быть более спокойной, более крепкой у собаки. Оценка еще хорошо. Нападение на собаку – движение. Собака при атаке сильно тормозит перед фигурантом, и у нее не получается почти взять сразу, сделать хватку. Потом собака захватывает, и должна, хватка должна быть более спокойнее, более крепкая. И относиться она должна к давлению, в фазе давления спокойнее. Оценка удовлетворительна. Итого общая оценка хорошо, 83 балла. Yeah.
стартовый номер 5 проводник Портянкин с собакой Хондой. Правильно так сказал, что веселая собака. И с желанием работать. И смотрелось бы еще красивее, если бы была более управляемая, да, и не боялась так своего проводника при подходе, да, не пыталась отойти от команды и, соответственно, от проводника. Поиск помощника был замечание отличное. Удержание и облаивание. При входе в укрытие собака немного напрыгивает проводника и толкает в руках его. Еще очень хорошо. Предотвращение попытки бегства помощника. Собака должна чуть быстрее подходить к проводнику при отзыве и хорошо реагировать на команду, задерживает фигуранта. Хватка должна быть чуть более крепкая, оценка хорошо. Отражение нападения с фазы охраны. Здесь также собака хорошо реагирует, хватка должна быть более крепкая. И собака должна находиться с фигурантом до конца, да, не отходить при подходе проводника. Оценка хорошо, нападение на собаку и движение. Собака также хорошо атакует фигуранта. Хотелось бы видеть здесь еще более спокойную хватку, крепкую, спокойную. И та же самая ошибка при подходе проводника. Оценка хорошо. Собака на сегодня показывает хорошую, красивую работу. Оценка хорошо, 87 баллов. Пока первая. Зато по послушайке крайне. Могу быть лучше.
помощника. У нас будет дополнительная команда, оценка еще очень хорошо. Удержание облаивания, к сожалению, собака делает вид, что он не сразу находит проводника, уходит из укрытия, но потом все-таки возвращается и выполняет удержание облаивания, но оценки, к сожалению, недостаточно. Предотвращение попытки бегства помощника. Здесь немного недопоняли собака с проводником, да, слишком была жесткая команда фас, собака подумала, что это плац, хотя уже побежала, вот, легла, поэтому понадобилась дополнительная команда. Желательно видеть более уверенное поведение при догоне проводника и более уверенную хватку, оценку предварительно. Отражение нападения из, фатки, из фазы охраны. Собака должна показывать более крепкую, более уверенную хватку. В фазе давления себя должна вести намного более уверенно. Оценка еще удовлетворительна. Нападение на собаку из движения. Собака атакует по команде фигуранта, но ей не удается сразу сделать хватку. Но все-таки собака ее выполняет со второй попытки. И те же ошибки с хваткой. Она должна быть более крепкая. Собака должна себя вести на фазе давления более уверенно. Да вообще не важно, Алё. Удовлетворительно. И за выпись в сегодняшний день оценка удовлетворительна 7,1 балла. Не, он записывает. Записывает, но он сейчас выключится. Тихо, не трогай хоть эту. Сейчас я ее погрею. Yeah.
Хардвей номер 7, заранее включен с радой поиск помощной гады. Без замечаний оценка отлично. Удержание не отбавили. Собака при входе открытой касается проводника. Отличное плавание, оценка очень хорошо. Украшение против приветствия помощника. Хотим увидеть чуть более спокойную карту и чуть более быстрый отпуск. Оценка еще очень хорошо. Отражение нападения из фазы охраны. Здесь собака такой хороший вариант, но тоже надо увидеть более крепкую поводку. Команду. Yeah.
неудачно договаривается с канцелярией по поводу погоды. Прямо это даже отрадно. Поздравляю вас всех с положительными результатами. Снятых у нас нет сегодня. Благодарим, конечно, Татьяну за меру строгое действие, доброжелательные участникам и, в частности, нашей породе. Сейчас каждый из вас получит за участие небольшой сувенир. За участие вы получаете небольшие сувенирчики. Благодарим за участие. Естественная прибавка к пенсии. Понимаете, конечно, что Рита могла бы и тащить, так сказать, собаку, которая уже неоднократно и более высоко себя участвовала. Но в качестве поддержки породы и показа, что собака там, в 4-5 лет не заканчивает свои выступления. Так что спасибо большое, Рит, за участие. Защита. Восьмое место с результатом 71 балл. Заняла Шабалина. Собака на этот раз. Седьмое место. С результатом
место в разделе защита с результатом 87 баллов занял портянки. Собака фонда Интегра из Империи Лориэль. Второе место занимает Коровского, собака Герки Федори Ферри, 85 баллов. Где собака-то? Ален! Первое место результатом 183 балла. Получает Скрипченко, собака Нефли Марфрада. Ура! Улыбается!